Наличие большого количества опасных химических объектов на территории города обусловило создание при городском управлении кризисной комиссии, в которую вошли представители городского управления силами, городских предприятий, терминалов порта, завода «Силмет». На очередном совещании комиссии представитель спасательного департамента познакомил присутствующих с изменениями в законах, которые регулируют действия при различных чрезвычайных ситуациях. Представители водоканала выступили с докладом об анализе рисков на предприятии «Веяверк» и действиях при нештатных ситуациях. Руководитель МЭКи Силамея Галина Буркова доложила о состоянии дел по установлению в квартирах дымовых датчиков. Кризисная комиссия продолжит свою работу. В этом году начались масштабные строительные работы на отрезке Таллинского шоссе в границах города. Прежде всего, это переезд шоссе «Железная дорога» и перекресток улицы Румянцева Таллинское шоссе. Прежде прошли неоднократные публичные обсуждения с участием проектировщиков, представителей городского управления, фирм, предприятий, горожан. Такие обсуждения крайне важны, ибо реконструкция затрагивает большой отрезок шоссе в пределах города. Очередное обсуждение прошло по отрезку улица Павлова до восточной границы города. У присутствующих в ходе обсуждения возникало много вопросов о скоростном режиме, о съездах в город со стороны шоссе и удобства, безопасность для автомобилистов и жителей города. У нас сделано сюда немало инвестиций. Это самый большой торговый центр на данный момент сейчас в Силамяйке. И у нас готов сейчас проект расширения, торгового центра, получено разрешение уже, да, на строительство, на пристройки, на все прочее. Но сейчас, в данном варианте, просто никакого смысла сюда инвестировать нет. Заранее подавать информацию, как человек попадает к вам. Транзитно, это если они проскочили этот перекресток, по-любому они не приедут. Если они знают заранее, они найдут и перекресток. Это не последнее обсуждение. Поэтому, уважаемые горожане, активнее участвуйте в подобных мероприятиях. От нас порой многое зависит. В прошлой передаче мы вам рассказывали о работе над проектом реконструкции самой широкой, самой красивой улицы – Приморский бульвар, бульвар Мэре. Касалось это финансовой стороны. Сегодня главный архитектор города Владимир Шурмин расскажет об архитектурном решении реконструкции Приморского бульвара. Для начала скажу, что Приморский бульвар – это первая пешеходная улица в городе Силамяе. Это первая пешеходная, исторически сложившаяся улица в старой части города, в архитектуре, в застройке 50-х годов. И как пешеходная улица, в первую очередь, это касается самого покрытия, самого дорожки, пешеходной дороги бульвара. На эстонском языке бульвар переводится «пуэсте», то есть «дорога в деревьях». Вот за прошедшее время немножко... Зарос Приморский бульвар. Немножко, поэтому проектом предусматривается, во-первых, обновление бульвара, это покрытие, будет цветное интересное покрытие, плиточки разного цвета, это самое, но в стилистике 50-х годов. Потом задуманы там скамейки, площадки отдыха, в морской части там балюстрада, детские площадки игровые. Вот. Но также и постепенное обновление самого бульвара. Здесь я должен немножко вскользь сказать о том, что, конечно, обновление деревьев нужно, но надо подходить к этому делу очень осторожно, аккуратно, так, чтобы не получилось, что не дорога в деревьях, а дорога в саженцах. Владимир Иванович, вот на этой фотографии мы видим, что центральная улица, то есть, как бы, тротуаром, тяжело назвать, потому что это очень широкий, так скажем, тротуар, очень широкий. Никаких насаждений, никаких грядок, никаких клумб нет. В советское время, я помню, там росли кусты боярышника, после чего посадили сосенки. Наверное, они ни к чему. Будут ли они убраны вот в середине тротуара, так называемого, широкого тротуара?
предполагается убрать вот эти клумбы, вот эти вот насаждения в середине бульвара? Да. Во-первых, там должны быть какие-то цветочные клумбы, грядки там и так далее. Эти цветочные вещи должны быть восстановлены как в первоначальном виде, так и что-то будет новое, видимо, там находиться. Первоначальный проект был несколько простоват, потому что это была просто пешеходная дорога. Затем было сделано более интересное решение. Сам пешеходный бульвар был разделен клумбами, цветочными клумбами, как бы на две части. Сейчас он то же самое требует обновления, требует восстановления цветочных клумб, грядок. Владимир Иванович, это самая широкая улица в городе. Ширина Приморского бульвара 60 метров. Скажите, это будет центральное место отдыха наших горожан? То есть место, где будет... Бульвар будет наполнен различными, как вы сказали, скамейки, площадки, игровые для детей. Ну, я хочу сказать, что вместе с променадом, который мы тоже планируем, это станет единой системой. То есть бульвар сам не сам по себе просто, сам, а связанный с морским променадом, со всеми площадками и прочими отдыха. Ну и туристы, которые приезжают в город Силами, непременно бывают на лестнице и смотрят на Финский залив вот с высоты Глинта. Мы продолжаем рассказ о малых предприятиях города. В Силаме зарегистрировано около 700 фирм малых предприятий ФИЕ. Сегодня мы в гостях у нестареющего, деятельного, мастерового руководителя предприятия Александра Барсукова, сшитой которым сумкой я долгие годы ношу свою видеокамеру. Александр Степанович, 1973 год. Городская прачечная. Александр Степанович, руководитель кружка любителей картинга. Помнишь это время? Конечно, помню. Это такое время замечательное было, когда делали все своими руками. Нам было по 13 лет, и нами руководил, мы делали картинг. Я к чему все это рассказываю? Предпринимательская жилка была тогда у тебя. Тебе хотелось что-то большего. У тебя одна из старых фирм, Александр Степанович. Ну и чем же вы занимаетесь в этой роскошной мастерской, в этой вашей фирме, Александр Степанович? Ну, за все время, как я начал свою работу, занимаюсь различными видами деятельности, можно так сказать. Основное – это швейное было у меня производство. Вот. Второе – это реставрация, ремонт мягкой мебели для населения. Затем был открыт участок шелкографии, который позволяет наносить рисунки, всевозможную рекламу на определенных изделиях. Ну и помимо этого берем на услуги для населения ремонт различных вещей, ну вот типа вот таких вот рюкзаков, так, замена молний. То есть часто люди обращаются с этими вещами. То есть вещь вроде неплохая, выбросить жалко, и замена молнии, то есть рюкзак опять может служить долгое время. Александр Степанович, вот эти изделия, которые у вас в руках, ну, мне трудно поверить, что это вы делаете, но настолько они роскошные, настолько яркие и профессионально исполнены. Дизайн, шелкография, это все ваша фирма? Да, это все наша фирма. Значит, все изделия, которые вот я представляю к вашему вниманию, это дизайн, разработка как бы нашей фирмы. В том числе и нанесение рисунков, это тоже наша фирма, вот. Видите, то есть каждый рисунок отражает назначение той или иной вещи. Ну, вот есть такие, которые вот для автомобилей. То есть тоже вот заказчик предоставляет эскиз, и по этому эскизу я изготавливаю клише и наношу потом вот эти рисунки. Ну, размеры свободны. Заказчик вам может, значит, предложить изготовить не только такого размера сумку, больше, меньше. Вот. Размеры различные. Вот. У меня сейчас просто нет в наличии показать вам. Есть вот для автобусов. Это аптечка раза в 4, наверное, больше вот этого. Я ношу свою камеру, Александр Степанович, в вашей сумке. Да, очень приятно слышать. Шил я давно и смотрю, она еще как бы служит, не порвалась. Это вот приятно. Даже признаков этих нет. Александр,
Степанович, я вижу у вас здесь еще винтажная мебель. Такую бы мебель я хотел бы поиметь в своей квартире. Вы посмотрите, какой шик. С ней-то что вы делаете? Значит, это направление, ну, как бы реставрация. Мы попробовали вначале не очень сложные брать вещи. То есть люди приобретают в комиссионках. У некоторых остались после родителей или родных, и они не хотят расставаться с этими вещами, хотят их, ну, как бы восстановить, сделать их более свежими, и вот эти вещи мы как бы восстанавливаем. Ну, я смотрю, не только материал, но еще деревянный, вот, допустим, вот этот комод роскошный. А и что, и деревянными вещами вы занимаетесь? Да, деревянными. Деревянные, то есть приходится другой раз восстанавливать полностью вот, утраченные покрытие, вещи. Да. И детали вот эти вот. Да, я сейчас могу вам показать, там у меня есть два стула. Вот для примера могу показать изделие, стул, который клиент нам предоставил. У него дома находилась собака, которая... Этот стул привела практически в негодность. Вот эти подлокотники, вот эти края были полностью все обгрызаны. Вот эти перекладинки тоже было все сгрызано. Ну, представляете, кто имеет собаку, они знают, как они обращаются с такими изделиями. Значит, вот эти вещи пришлось заменить. Вот на одном стуле, на втором. И подобрали как бы структуру дерева. То есть практически ничем не отличается от первоначального... Александр Степанович, я вот гадаю, это ясень, дуб или бук, не то и не другое, тем более не береза, но это роскошные стулья. Да, вот роскошно, они дорогие еще по тем временам, клиент как мне сказал, что они стоили 1700 крон. Александр Степанович, ну тогда мы давайте еще с вами поговорим о том, какие материалы вы используете в ремонте мебели. Ну, в ремонте мебели используем... Ну, как бы сказать, хорошие сорта... Мебельная ткань, кожзаменитель, кожа. Ну, это само собой, а по дереву я имею в виду, ну, крепкие-то она там, вот, лиственные деревья, породы. Ну, дуб, ясень. Да, да, которые вот первоначально были на тех изделиях, которые мы реставрируем. Александр Степанович, и чьи заказы вы выполняете? Ну, заказы приходится выполнять различные. Население, ну, основное производство у нас поставлено на иностранные фирмы. Это как финны, заказы от норвежцев, то есть, ну, скандинавские страны. Плюс Прибалтика, то есть Эстония, Литва, Латвия. То есть не так часто эти заказы бывают, но обращаются, которые мы тоже с радостью выполняем. Ну, я желаю вам процветания, я желаю, что вот ваш бизнес, который вы расширяете, имеется в виду, мебель, шел успешно, вы богатели и приносили доходы в наш город, в вашу семью, вашим детям и так далее и тому подобное. Спасибо вам. Ноября 1949 года, тогда еще поселок Силаме, получил роскошное, выполненное в стиле сталинский ампир с колоннадой, схожей с греческим акрополем, Дом культуры. Первоначально в нем демонстрировали художественные фильмы, киножурналы. Позже стали работать кружки, художественные студии, сюда перебрался любительский театр. Все эти годы Дом культуры бурлил от кипучей культурной деятельности горожан. Вечерами в репетиционные дни не хватало места для работы кружков, танцевальных, вокальных коллективов. Дом испытывал огромные нагрузки, и в начале 2000-х было принято решение о реконструкции тогда уже городского культурного центра. И в 2013 году двумя мероприятиями торжественно были приняты зал и другие роскошные, поражающие своей красотой помещения. В субботу в городском культурном центре прошел праздничный концерт, посвященный 67-летнему сезону работы центра в прошлом Дома культуры имени Кирова. Что случилось на этом месте в 1949 году? Так давно, я тогда еще даже не родилась. В 1949 году в стены этого дома
пришли люди и стали здесь жить и творить. Может, даже есть среди сегодняшних зрителей. Ах, ты об этом! Конечно, я помню это замечательное событие. Центру культуры стукнуло 67. День рождения! Здорово! В Центре культуры на сегодняшний день занимается 7 художественных коллективов. Основная их деятельность, творческая, репетиционная, проходит в здании по адресу Чкалова, 25. Это же здание у нас осталось так называемым представительским зданием для проведения концертов различных, театральных постановок, конференций, лекций. В городском центре культуры занимается 230 человек в 7 различных коллективах. Ни один городской концерт не обходится без их участия. Танцевальные и вокальные коллективы гастролируют как в Эстонии, так и за ее пределами. В праздничном концерте приняли участие все самодеятельные коллективы Центра культуры «Силаме». Наши основные задачи и планы – это прежде всего, конечно, поддерживать и развивать работу коллективов, кружков, привлекать все больше людей, чтобы они могли организовать свой как-то досуг и проводить различные мероприятия, традиционные, какие-то новые для наших горожан, чтобы они могли прийти в этот замечательный красивый зал. Вдвоем так удивительно тепло, вдвоем так изумительно легко, когда ты друга чувствуешь плечо и понимаешь с полуслов его. Того же я желаю и вам. С этого дня 50, 60, 70 и более лет быть вместе. Ну, такие слова, очевидно, говорили вам, уважаемые свадебные юбиляры, регистратор бракосочетания в ЗАГСе. В нашем городе существует традиция торжественно поздравлять юбиляров. И все желающие, кому в этом году исполняется 50, 55, 60, 65, 70 и более лет совместной жизни, до 28 ноября просим подойти вас по адресу Мэри Пуисте Какс, Приморский бульвар 2, то есть традиционно в старом помещении ЗАГС, чтобы зарегистрироваться на празднование. Пожалуйста, подойдите, зарегистрируйтесь, и мы вас будем поздравлять. Ну, поскольку я в вашем замечательном помещении, в помещении дневного центра Мэрилайне, Людмила, расскажите о работе центра. С чем вы занимаетесь? Кого вы ждете в этом центре? В этом центре мы ждем пенсионеров, уважаемых, почтенных людей, которые к нам приходят и занимаются в наших кружках.
Но я не говорю о том, что у нас существуют поездки, экскурсии, беседы, встречи, праздники, концерты, все это есть. А еще кружки работают тоже. Новый кружок «Хор» год работаем. Приглашаем всех желающих попеть любимые песни под аккордеон. Это очень хороший хор у нас. И красиво поем, красивые песни. Занятия по пятницам с часу до трех. Руководитель Ирина Дуброва. Также существует спортивный физкультурный кружок. Уже много лет существует он. И руководит опытный тренер Алла Васильевна Алексеева. Тоже под музыку мы тренируемся. И в этом же спортивном зале, где проходит физкультура, у нас есть тренажеры. Можно приходить ежедневно работать на тренажерах, а физкультура в среду и в пятницу с 11 до 12 часов. После занятий мы коллективно пьем фито-чай. В городском культурном центре по адресу Чкалова, 25, прошел мастер-класс российских мастеров по баттентвирлингу. Мы приехали из России, являемся представителями Федерации баттентвирлинга и мажары. Так? Переведем для наших телезрителей, что это такое баттентвирлинг. Баттон – это вот такая палочка, которую вы видели, крутят ваши дети. Твирлинг с английского значит крутить, вертеть. Ну, а мажоретки – это те девочки, которые открывают, закрывают различные соревнования, спортивные, городские, областные и так далее. Послушайте, вы член правления федерации, а неужели настолько серьезно в России относятся к этому виду спорта? Вы знаете, можно сказать, что да, серьезно. Во-первых, это интересно, красиво. И даже ваши дети, которые только сегодня, второй день занимаются этим видом спорта, они уже крутят замечательно, им это уже нравится. Итак, девочки, построились по линиям, подтянулись все. Первой линии чуть-чуть назад отошли, чуть-чуть настроились, пальчики собрали, спинки подтянули, батон взяли, пальчики зажали, настроились. Вы знаете, этот вид спорта, скажем так, только начинается. У нас всего 15 лет. Если за пределами России, за границей уже много-много лет существует этот жанр мажоретки и твирлинг, то у нас, скажем так, всего только 15 лет. Поэтому у нас не так много пока коллективов, но уже нас много. Если мы сейчас вспомним фильм «Люди и манекены», режиссер Аркадий Райкин, помните, там женщины идут красиво, горцуя? Это и есть вот этот ваш баттентвирлинг? Это и есть мажоретки. Так это же прекрасно, это же древний спорт, так скажем, на российской земле. Ну, скажите, пожалуйста, как наши девушки улавливают все это? Это же тяжело, это же жонглирование, так скажем, да? Девочки ваши очень хорошие, молодцы. Они с таким удовольствием, с таким рвением, с таким желанием занимаются, просто умницы. Ну, а барабанных дел мастеров нет у вас? Как это нет? У нас и федерация называется баттентвирлинг и мажоретки. А когда они будут заниматься с барабанами? В свободное время. Мы познакомились с вашими коллективами в городе Великие Луки на фестивале среди мажореток и барабанщиц. И директор Селямейского молодежного центра Наталья Ермакова, как человек творческий, очень заинтересовалась этим. Какая она молодец, спасибо ей. Она заинтересовалась этим творчеством и захотела, чтобы здесь, в Селямяо, в Эстонии, появились первые мажоретки. И они появились. Поэтому мы и приехали. И спасибо вам за это. Удачи вам в дальнейшей работе. Мы надеемся, что это не последний мастер-класс. Мы еще приедем, и ваши девочки будут очень хорошо вращать батоном. В городском музее продолжает работу фотовыставка уроженца города Силами, а ныне жителя Санкт-Петербурга Сергея Домнина. Начало творческой работы началось в 1975 году в Силаме. Первым преподавателем живописи был Юрий Морозов, организовавший городскую застудию, в которой активное участие принял Сергей.
В том же году была устроена первая выставка живописи. Фотографией занимается с 1969 года, профессионально с 90-х годов. Данная выставка обобщает последние 20 лет работы с фотографией. Выставка работает до конца ноября. Мы продолжаем показ несложных, но очень эффективных упражнений индийско-арийской йоги. Сегодня хочу вам предложить дыхательное упражнение для профилактики ОРЗ. Особенно сейчас, когда слякоть, грязь, вам надо делать это упражнение. Рекомендую делать утром, вечером по два раза. Это называется рычание льва. Для этого мы садимся на пяточки, руки на бедра, спина прямая, подбородок опущен. Мы делаем языком, касаемся подбородка, глаза закатываем и делаем такое рычащее движение. Это как бы все мышцы горла начинают напрягаться, и все, если на начальной стадии у вас что-то начинает болеть, именно на начальной стадии, для профилактики, тогда это вы все вместе с воздухом не даете пройти микробам. Внимание, садимся, спина прямая, язык подбородку, глаза закатываем и рычащее движение, как такой лев. И еще раз, спина прямая, руки как надо имитировать льва, руки на бедра, язык подбородку и 5 раз, 6, не помешает, внимание, и глаза закатывать, и чем громче, тем лучше. Хочу вам предложить упражнение для улучшения пищеварения, также для укрепления ягодичных мышц, мышц бедра, мышц спины и пресса. Называется упражнение «Кузнечик». Начало подготовительно. Ложимся, ноги вытянули, руки вытянули. Поднимаем левую ногу и правую руку. Задержка на раз, два, три, четыре. Опускаем. На вдохе поднимаем правую руку, левую ногу. Задержка. Раз, два, три, четыре. Это было подготовительное. А теперь сам кузнечик. На вдохе поднимаем и держим 10-15 секунд. Опускаем. На вдохе поднимаем левую. Рука, правая нога. Держим. Опускаем. Делаем вдох. Правая, левая. Держим. И вот сам кузнечик. Вдох, все напрягается и держим. Лариса, в марте этого года в спортивном клубе «Калиф», в дворце спорта «Калиф», открылся клуб «Фламинго». Что это за клуб? Чем вы занимаетесь? Кого вы ждете? Часы работы? Спортивный клуб «Фламинго» открылся в спорткомплексе «Калиф» в марте месяце. Это новый проект. Клуб открыт для людей с ограниченными возможностями и членов их семей. Часы работы в спортивном комплексе «Калиф» у нас понедельник, четверг с 12 до 12.45 и в воскресенье в 11 часов. Ждем вас на оздоровительную гимнастику с элементами пластики.